Всем доброе утро, ребят. Поспал нормально, выспался немножко попозже сегодня. Сделаю утренний обзорчик и, конечно же, попробуем заролить и посмотреть насчет победителей. Как видите, не продают осколки нового героя так часто. Дают в паках обычно за большой пак по 30, там 40 осколков в зависимости от сервера. Нету той распродажи, которая была раньше. То есть они поняли, что очень быстро хапают, и на этом все заканчивается. Они делают ставку, насколько я понял, на паки с пыльцой. То есть, как видите, мелкими. Ну, каждый раз по-разному, но в основном вот 100 баксов, 50 баксов. То есть такие вот паки. Ну, по-разному, на каждом сервере по-разному, но они стараются делать ставочку на пыльцу. Так, что у нас интересного? Трата на героев. Ну, такое себе. 520. Ничего интересного нет, скажем так. Скины. Коробки. Ой, новый музончик. Черкорбы. Да, ничего сегодня. Lucky Flipping. Ничего не меняют. Асура, Некрос. Так, бинго. Ничего, короче, интересного нету. Поехали глянем. Тайвань. Сегодня надо будет еще протестировать божество на запределье. Интересно, как там, что покажет она в Исландии. Только 50к бонусом, но это большой пак, на этом получше бывает. Бардик. Ничего нового нету даже. Что-то печально такое сегодня. 24-е, походу они ушли все уже праздновать. Нифига по акциям нету. Ну, в любом случае придется ждать выходных. Акцию вчерашнюю я вам показал, поржал над ней. Реально, такая акция. Ну, как можно вообще такое делать? О, такс. А вот это вот нормально было сделано. Хотя бы раз в сутки ты заходишь и забираешь. Так, что у нас? Нету, кстати, вот очень давно я уже не вижу обожания героя. Даже на немецком сервере. Но добавили новые скины сразу же. Ну, в принципе, ну немка, я смотрю по ресурсам, с акций донатных, некоторых вспомогательных, такое себе. Так, пиратик. Пиратик стандартный. Уже ничего не меняли давненько. Где-то должны скоро поменять на пирата. Так, это нормальный этот. Пакет я вчера смотрел. По рынке есть какие-то плюхи. Скины. Ну,
Ничего. Но поехали смотреть русский. Может, русский сегодня нас удивит хоть чем-то. Хоть, может, что-то произойдет. Сегодня что у нас? Пятница. В принципе, завтра должна быть нормальная акция на выходных. Они, наверное, всю ставку сделали на рынка тоже, видите, нифига нету. Всю ставку сделали на вот эту вот акцию. Тайский Новый год, который я просто ржу. Ну, даже нечего обсуждать. Такой тупость, вот, я не знаю. Космо, Ронин и Анубис по одному для, там, не знаю, сколько там человек ВК у них в группе, но это бред. Так, зимние радости зайти забрать хотя бы. Хотя бы заберу хоть что-то. Каждых 6 часов, блядь. Ну, без комментариев. Бонус, подарки тут. Так, карты таланта, колесо фортуны. Знаете, что вот на русском... По сравнению с другими еще более-менее хорошо. То, что у них... А, тут не движется, только три. Добавляют, хоть меняют немножко акции. Такие, вот эти вспомогательные. Вот это, конечно... А, это мой склад призов. Это мы перелистанули, оно что-то не открывалось. Вот тут, кстати, неплохо. 3000-1400 добрать. Я не знаю, какая тут эмблема. Но одна сумка... Питомцев 5 за 700 очей, это, конечно, топчик. Вот реально на русском сервере это топчик. Так, парящий, понятно. Авиар, понятно, заканчивается. Нифига, короче. Так, окей, погнали тогда делать. Я вчера делал попозже, по-моему, угадайку. Так, где там у нас... Три видосы, которые принимают участие в утренней угадайке. Так. Я вчера, конечно, ржал с того, что они на английском сервере добавили. Это просто смешно было. А, так, сначала новое. Все откроем и заролим. Так, 2 эктоплазма и 3 тонн. Так, смотрим. 3 тонн, ведьма, морозница, суккуб. 3 тонн, синяя, слизь, палач рядом. Синяя, слизь, шаман, 3 тонн тоже рядом. 3 тонн, синяя, слизь, блин, столько вот. 3 тонн, панда, рыцарь. Реально очень рядом много ледяной фараон, тритон, ледяной слизь. Пишите, какая слизь, ребят. Фиолетовая, синяя слизь, зеленая слизь. Так, следующий, капитан кристаллической эктоплазмы. Рядом, очень много рядом. Тритон, капитан, шаман. Все дальше пошло уже следующее. В общем, вот так вот. Сегодня никто. У меня есть еще, кстати, интересные идеи по поводу утренней угадайки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.